Работники городских предприятий, медики, учителя, члены политических партий и общественных организаций. Нынешний Первомай, несмотря на погоду, объединил тысячи трудящихся ангарчан. Традиционные атрибуты праздника – воздушные шары, флажки и яркие баннеры с лозунгами – горожане, спрятав под зонтики, гордо пронесли в колонне, приветствуя друг друга, а также почетных граждан и руководство города, которое расположилось на трибуне. Хорошо, что мы вышли, пусть даже сегодня была непогода. Самое главное, мы были все вместе. Это уже здорово. И поддержали город Ангарск. Настоящее театрализованное представление подарили ангарчанам игроки и болельщики хоккейной команды «Ермак». По городу они прошлись в футболках с символикой клуба, выкрикивая праздничные лозунги. Мне, конечно, сегодня не совсем смешно, но мы счастливы, что мы выбрались в город, что мы видим столько народу, что мы видим столько работающего народа. И я рада, что наши дети это увидели все. Многие горожане пришли на праздник вместе с детьми, чтобы привить подрастающему поколению славную традицию чествования рабочего населения. Организаторы праздника постарались, чтобы, несмотря на дождь, юные ангарчане получили от мероприятия массу положительных эмоций.